Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать вот такой вот набор эластичных шпателей для формирования швов фирмы Matrix. В общем, натолкнулся на такой наборчик, и вот хочу сейчас с вами поделиться. Может, кто тоже встречал такие шпателя у себя в работе. Ну, я его лично не покупал, взял у ребят, чтобы сделать обзорчик. Так, у него такой пластиковый короб, где можно хранить данные шпателя. Я их вытащил, чтобы показать их в отдельности. Таких шпателей, по крайней мере, я не встречал. Ну, в принципе, мне это было и не нужно. Я использовал всегда шпателя фирмы Архимед. Ну, кто видел, тот поймет. Там такие вот прямые, кривые. В общем, ну, такие вот 4 шпателя резиновых для формирования швов. Ну, часто используются в плитке. А вот эти вот шпателя, выглядят они вот так. Вот такое вот огромное многообразие всевозможных углов, радиусов, тут радиусы, вот внутренние углы, наружные углы. Я просто вот просто сейчас теряюсь в догадках, какой профессии нужно обладать, то есть для кого, вот какому специалисту пригодятся вот все такие вот углы, вот такие шпателя, в общем, для формирования углов. Для меня лично вот в работе я бы использовал только вот этот наружный угол, так, внутренний угол, потом вот эту восьмерочку, десяточку, где-то еще может шестерочка здесь есть, вот она шестерочка. Ну а остальные, в принципе, мне углы практически они никогда и не понадобятся, потому что, ну, когда работаешь с плиткой, вот, ну, такое вот многообразие углов, я думаю, она совершенно ни к чему. Ну, может, кто-то, конечно, когда-то сталкивался. Просто вот объясните мне, вот, или хоть подскажите, какая работа должна быть у человека, чтобы он мог использовать вот это все многообразие всевозможных углов. То есть вот для какого специалиста вот предназначены вот эти шпателя для формирования швов. Если у кого есть какие предположения, пишите в комментариях. Я лично теряюсь в догадках, кому вообще когда-либо пригодятся данные шпателя. И для чего вообще вот они были сделаны, созданы. Ну, то есть, я не знаю, может, это просто лишняя трата денег вот на производство вот таких вот углов. Либо просто лишняя трата денег на покупку таких вот шпателей. Ну, по крайней мере, мне в работе они не нужны. Это не мои шпателя, это я просто взял у ребят, чтобы сделать такой вот обзорчик данных шпателей. Ну, если у кого есть предположения и догадки, кому вообще пригодятся данные шпателя, то пишите в комментариях. И давайте обсудим вообще, для чего и кому они нужны. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Перестройка 116. Всем пока-пока.